комедии получает Олег Сенцов за фильм «Гамер». Сегодня ФСБ России сообщила о предотвращении терактов в Крыму. Вот, по версии следователей, представитель радикального формирования «Правый сектор» в Крыму Олег Сенцов. Обвиняют у него несколько статей. Это организация террористического сообщества, организация терактов, подготовка к терактам, незаконный оборот оружия, ну и, собственно говоря, участие в правом секторе, который в России признан террористической организацией. Я не признаю аннексии Крыма и военного захвата Крыма Российской Федерации. Привет! Я соскучилась уже. Известная фигура – это важный элемент, потому что это демонстрирует, что как бы известность тебя не защищает. Я считаю, мое дело сфальсифицировано и политическим, так как оно основывается на показаниях двух подозреваемых, которые были получены вначале под пытками. Им обещаны маленькие сроки. Вот. Со мной тоже велись пытки вначале. В процессе избиения я оказался на полу. С меня сняли штаны и трусы, показали дубинку. Самый страшный грех на земле – это трусость. Я не знаю, чего могут стоить твои убеждения, если ты не готов за них пострадать или умереть. I'd say, Oleg, you have friends all over Europe. And also several festivals made some kind of the demonstration, you know, creating the empty chair, making him the absent member of the jury. And I must stay next to somebody who has been attacked but not accused when the crime hasn't been revealed. Назначить Сенцову путем частичного сражения назначенных наказаний в виде лишения свободы на срок 20 лет в исправительной колонии свободы. Кольченко Александр Александрович признать виновным в участии в террористическом сообществе